Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Хороший вопрос. Бывает, но она опасна. Она опасна. И не только для монахов, но и для мирян. И не только для холостых, но и для женатых. Мы знаем массу примеров такого рода жестоких поражений духовных, когда вслед за дружбой идет душевная, не духовная, а душевная и плотская привязанность. Короче, к этому надо относиться с осторожностью. Просто с осторожностью, понимая, что, тем более, если девушка, женщина вам нравится, если вы видите, что вы испытываете к ней чувства большие, чем дружба, но не обманывайте себя. Это не только дружба, это пристрастие, вот, которое враг может, и ваши страсти могут здесь над вами одержать верх. Осторожно, это не значит, что не надо дружить, а иногда и значит, если вы видите, что вдруг просыпаются слишком сильные чувства, тогда лучше от этой дружбы уклониться ради спасения своей души, ради того, чтобы и этой женщине не... Вот. Помните, такие были замечательные советские песни, вообще советские песни есть просто потрясающие. Вот. Как же там было: «С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться». Помните, такая задушевная такая песенка была. Вот она одна, парней так много холостых на улицах Саратова, парней так много холостых, а я люблю женатого. Вот она пела. И вот она очень целомудренно об этом говорит. Жалеет, что он рано завелся в семью, печально. «Я от себя любовь таю, от него тем более». Дальше пишет: «Его я видеть не должна, боюсь ему понравиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться». Это в безбожное советское время. Какое целомудрие, какое понимание. Она боялась разрушить его семью. Смотрите, как высоко. Просто потрясающе. Это было наследие их прадедов, дедов, духовное наследие, которое оставалось в крови у людей, в умах у людей, в душах у людей. И она отказывает видеть его. И эта песня, которая пелась всем Советским Союзом, она давала некий образец поведения, модель поведения, если хотите, как сейчас бы сказали. Да, полюбил это замужнего, женатого, да, полюбил это женатого. Отойди от него, не дружи с ним, потому что с любовью справишься ты одна, а вместе не справится. А если он тебя полюбит, то тогда ты будешь преступницей перед его семьей. Как целомудренно, как удивительно чисто, как благородно. СССР, так на всякий случай.